Давайте сделаем тир-лист аддонов, гайс. Че, такой, блядь, будет попуск, нахуй, это пизда. Ну, бест аддоны и так понятно, какие, блядь. Тир-эс. As we can. Потом, чё у нас дальше? Самые хуёвые. Так. Омега Луна. Ой, блядь, бояру. Так, деф. Сюда, наверное. Шел, наверное, сюда. Наверное, так, блядь. И ката, блядь, кату я не помню, но типа вроде бы более-менее было. Чё-то типа такого, наверное. Шел выше, чем ДФ. Конечно, лол, блядь. Что, блядь? Бро, ты вообще видишь, что в ДФ происходит? Один сезон ретрики всех ебут. Другой сезон демолоки всех ебут. ДФ это самый худший ПВП аддон, блядь. Надо что-то сюда поставить. Так, что мне поставить? Дренор на один вниз? Не, Дренор прям супер, заебись. Ты чё, рофлишь? Можно так поставить, типа. Какой ордер тут, я думаю, поебать? Или нет? Ну хотя, типа, от лучшего к худшему, наверное, идет. Можно, короче, так сделать. Чтобы прям вообще у чела в жопу сгорело. Норм сыграл, блядь. Это база. Ну так получше выглядит, конечно. Можно классику сюда... Ну типа классика похуй где сидит, потому что в классике нет арены, типа на классику поебать. Что она есть, что ее нету. Шел пониже. Шел бы лучше, чем вот все это. Вот сюда, что ли, типа? Шел бы лучше, чем BFI, шел бы лучше, чем DF. Классику можно вообще убрать нахуй. Типа она не роляет здесь никак, потому что там арены нету. Это ж тир-лист по арене конкретно. Типа не по качу и так далее. Он ли по арене. Типа я вот думаю, играл бы я в БК или в DF. Я бы точно лучше бы в DF играл. Играл бы я в БК или в БФА? Нет, я бы в БФА играл. Я тупо себе ставлю вопрос, во что бы я играл, если был бы там выбор между двумя. БФА или ШЛ, я бы точно в ШЛ бы играл. В Линча бы вообще бы нахуй ни за что бы не играл, поэтому он на параше. Это самый худший аддон, блядь. Ну, типа, единственное, что можно еще поменять, это вот так. Типа, панды maybe были лучше, чем Легион, maybe. Сложно сказать. БФА говно, но БФА лучше, чем Лич, лучше, чем БК и лучше, чем ДФ. Типа БФА и ДФ это плюс-минус одинаковая параша, если честно. Понимаешь, в БФА кидней хотя бы был на 6 и блайнд был на 8. Вот в чем разница, блядь. Но я бы не сказал, что я бы играл в БК вместо ДФ, если честно. Если ставить это сюда, типа это было бы неправильно, потому что я бы в БК бы не играл, я бы лучше играл бы в ДФ тогда. Потому что БК вообще тоже фул параша с этими резистами ебаными. Ну типа нерф контроля, я не знаю, это реально супер дупорылые изменения. Понерфили контроль, сделали тринкет КД полторы минуты. Почти как адаптация, блять, пиздец, что за хуйня. This tier list for what? It's for arena, arena, arena. When arena was good and when arena was dog shit. Даже без PvP Легион, Панда и Дренор лучшие аддоны оверолл. Ну да, не, бы в этих аддонах хорошие было. В Пандарии были челлендж моды, в Дреноре тоже челлендж моды очень пиздатые. В Легионе башня магов и первые кеи появились, прям очень, очень пиздатые были времена. Рейды тоже очень хорошие были в эти времена. В БК, где куча рандома и станов варов, рандомные резисты станов, лич точно выше, чем БК. Так в Личе еще больше рандома, бро. В Личе нет резистов, но есть миссы, блядь. И пари, и доджи. У тебя там еще все хуже по рандому, в этом-то и проблема. В Личе еще больше рандома, чем в БК. Чело думает, что если резисты убрали, блядь, в Личе, то что-то поменялось? Нет, все еще хуже стало. И баны, и паладины выходят, жмут диспл, и ты в этот диспл не можешь ничего нажать. Яды миссуют, шипы миссуют, все миссуют. Про додж и парирование я вообще не буду ничего, блядь, начинать. Ты, блядь, ебаный бабл спала, не можешь снять. Упала бабл 12 секунд, и 12 секунд. Слышишь, МД, у тебя одни миссы. Поэтому это, как говорится, что то хуйня, что это хуйня. Эти обе хуйни я в рот ебал. Приз не снял с дисплом бабл, потому что слабо верил в бога. Почему Легион настолько хорош? Потому что там все почти сезоны были в PvP очень хорошие, не надо было гриндить гир. Мета была хорошая, у тебя очень много сетапов играло. В Панде и в Легионе, наверное, самое большое количество разнообразия сетапов. Там реально играло все, блядь. Как мне ЛК? Ну не видно, чё тут, блядь.
Тут не видно, как мне ЛК по этому, блядь, стирлисту. Челы просто оверхайпят лич, потому что я говорю, я уже 500 раз говорил про это. Все пиратки, в том числе русские, по большей степени начинали играть на личе. Именно вот эра пиратства начиналась на личе. И для тех времен, когда все это только начиналось, это был файн аддон, типа, да? 15-20 лет назад, когда челы хавали любое говно, типа, и не было никакой конкуренции у Варкрафта, тогда для тех времен лич был супер пиздатым. Но со временем, типа, игры меняются и так далее, баланс там. Челы с пираток, они, типа, так же там и сидят и играют дальше. 15 лет сидят на личе и думают, что это эпопея, блядь, и скилла и Варкрафта, но на самом деле это не так. В ЛК начали многие играть в WoW просто поэтому и за ностальгией там сидят и думают, что да, да, но я про это же говорил уже. Эра пиратства вообще началась с лича, когда вот все пиратки стали популярными, это было лич пиратки. Ни БК пиратки, ни классик пиратки. Классик пиратки чуть попозже начали хайпить. Но все начало положило лич пиратки, и поэтому у челиков такая привязанность к ним. Почему ДФ хуже Шелла? Потому что мета фул говно. Классы некоторые слишком сильные, а другие классы слишком слабые. Соло шафл также... Это большой минус. В Шелле не было соло шафла. В Шелле не было такого ебанутого дисбаланса, как сейчас. В Шелле блайнд был на 8, кидней был на 7. В Шелле был контроль. Даже Red Warrior играли от контроля иногда. В Шелле точно лучше, чем ДФ на данный момент. Я не знаю, какой еще в ДФ будет последний сезон, но я не думаю, что последний сезон ДФ спасет этот аддон, потому что аддон уже фул говно. Чем БК плох? Резистами, братик, миссами и дисбалансом. Один класс только играется, там рога играется, и друид, и все, остальное все параша. Типа, я мейн рога, и типа, я понимаю, что в БК рога, но это просто концепция... Концепция БК — это рога-друид. Нахуй играть в аддон, где только, блядь, вот этот сетап играется. Тупорылый, блядь, который ты нихуя не делаешь. Там челы на коуче брали, блядь, R1, нахуй. Просто жмякай автоатаку. Типа, камон. Когда такой пиздец в игре происходит, это может даже ниже на левеле лича ставить. Тоже понравился Шелл про себя, почему люди так хейтили Шелл. Ну, в Шелле было много ваншотов первым. Пираты в Шелле, типа, испортили весь Шелл комбат-роги. Третий, четвертый сезон, типа, одни аутловы играли везде. В двойке, в тройке, везде аутло-рога, типа, кайнсерил, ладер. Поэтому все хейтят Шелл в основном. И за первого сезона, и за последних двух. Аутло был супер ОПшным в Шелле. Наверное, самый ОПшный спек, блядь, за весь Shadowlands это Аутло Рога. Ката лучше Shadowlands. Я говорю, что я не помню точно, что там в Кате было, но в целом, если брать только 9-10 сезон, то да. 11 сезон был фул парашей в Кате. Прям вообще фул дерьмо. В Кате просто очень много классов реворкнули, добавили эту хуйню, блядь, на рефорже. Там очень было фаново играть после классики вот этой ебаной. Не ожидал, что все будут сегодня Легион любить. Но в Легионе были быстрые сезоны. Там на один рейд было два сезона. Прикинь сейчас, если было бы так. Если было бы сейчас так, то мы бы уже играли не третий сезон, а шестой. Прикинь, ты уже, блядь, 6 сезонов на ритейле бы отыграл. С разными метами и так далее. Дренор был очень скриптовым, типа, аддоном. Ты, например, жмешь Killing Spree под красной фазой, и чел не отвечает ничем, то он нахуй инста умирает. Там игра была гигаскриптовой. Если ты, короче, не трейдишь какие-то КД на какие-то КД, ты инста умираешь. Энг жмет фулы свои ваншотающие, блядь. Ты если ничего не трейдишь, то нахуй уезжаешь на парашу и так далее. И так почти у всех классов были такие, короче, сильные КД, но также были сильные девки. А то, что именно скрипты там были, да, там, ну в мопе тоже были скрипты, очень много скриптов. Моп и Дренор это прям самые читерские аддоны. Там читеров было много, это единственный минус этих аддонов, то что читеров типа очень долго детектили и очень долго банили. Короче, вот тирли. Лист еще раз показываю, кто не видел последний раз. 3, 2, 1, все, врубаю.